Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик, буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты? Неудачное время для возвращения домой, родич. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. По крайней мере, ты умрешь на родной земле. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник, здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тулин. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да пребудет с вами благословение... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Как скажете? Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Следующий — Норт Варванье. Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Дракон!